О, Джельсомина, ты превратился в сущ маленького зелененького человечка, живущего в одном из рогов в моей голове, питающегося моей психической энергией и мыслями о тебе. А другой ты живешь в соседнем роге и тоже обратился сущью зеленого цвета. Я все думала, как это у быков, оленей и всяких прочих вырастают рога на голове. А вот теперь на очереди я. Вместо ангельских крыльев вырастила рога. Ну что же, время собирать и время разбрасывать. Бывает время для крыльев, дельфинов и бабочек. А бывает и для рогов. Хорошие, крепкие рога вырастила с вашей помощью за последние годы. Но пришла весна 2020. Время, как известно, повсеместного обновления, обнуления. Вот и я тоже стукнулась оземи, обратилась прекрасным ветвистым оленем, пятнистым, и сбросила тяжелую ношу свои ветвистые рога вместе с жильцами. О, Джельсомина!